Это я влип, блять. Мне кажется, у него колеса нету. Или мне кажется? Нет, мне нихуя не кажется, она без колеса. На трех колесах поеду. Сука. Ой, да, супер неожиданный врыв. Я так пока поигрываю, не под запись, на самом деле. Времени прошло уже с последних событий дохуя, наверное, недели две. Я смог прокачать себе механику в 2, электрику в 1, вот могу уже любые машины заводить. Через стартер просто без ключей. И много чего случилось, набрал лишний вес. С последнего раза я сжигал, ну, когда вертолет прилетал, до фулбазы сжег, я сжигал трупы и случайно поджег себя. Да, 2 раза. Я выжил только за счет того, что Жека мне сказал, блять, сука, возьми с собой огнетушитель обязательно. Если бы не огнетушитель, я бы сдох. И я подпалил себе ногу, это был жесткий ожог, я не мог нормально ходить, и, короче, около недели я провел дома. Ну, вот перед этим неделей я так тоже сидел дома, разбирал машинки по чуть-чуть, там с электрикой парился, прокачивался потихоньку. Да, надеюсь, эта скорая вот с 3 колесами сможет доехать. Она на самом деле очень резвая. Подумал, решил, думаю, что бы себе скорую туда не перевезти домой, не поставить. Теперь у меня вот трехколесная скорая. Ну, в целом, у меня механика есть, там куча машин. Единственное, что, блин, походу тут она типа как микроавтобус, то и скручивать надо будет с микроавтобуса. И возле моей хаты опять же 3 уродов понабралось, потому что вот недавно на днях вылетал вертолет, и этому значения особо не придал. А их, сука, смотри, стало больше. Надо будет выходить почистить потом с дробовиком. И сжечь их всех. Бля, их дохуя, они мне сейчас не дадут заехать на моей скорой. Бля, беда. Короче, надо ее бросать. Выбегать. И вот так делать. Все, нахуй. Ждите, суки, я сейчас посплю, приду с вами, разберусь. Надо будет только в этот раз грамотно их как-то в одно место байтить из дробовичка и разваливать. Чтоб трупы долго не таскать, как у меня в прошлый раз было. Так, давай спать. Вот, да, это, кстати, уже 11 градусов. Много зябко, так мы сейчас свитерочек накинем. Так, изолент только изоленте и... Ну, будем разбираться, короче, сейчас, что могу сказать. Рабадан берем. Картечь. Ну, эту коробку тут оставлю. А, я вот отсюда возьму пару тройку штучек, ну сразу распакую. Это сюда свитер надеваем. Бутылочку с водой надо свежую взять. И пойдем разбираться, блядь, с этими мудаками. Так, мне, наверное, на самом деле еще понадобится копье. Надо, наверное, сделать. У меня, наверное, нету копий нормальной. Хотя нет, стоп, в той машине, по идее, должен быть. Ну, которая у меня выездная, уже разбитая. И уже полный пиздец, она с прошлого раза особо... Ну, она как бы цела, она ездит, все заебись, но... Багажник у нее пизда. Он, типа, места в нем нет вообще. Типа, 35 и 17. Это не для выезда машины. Может быть, смогу потом багажник починить, посмотрим. А копья здесь, сука, кстати, нету. Здесь нету, ладно. Без копья тогда. Будем сейчас всех собирать нахуй. На дорогу сюда, вот сюда. Подходим. И здесь будем сразу формировать такую кучку, чтобы ее потом сжечь. Хорошо. Ай, как хорошо. И кучненько ложатся. Сейчас. Здесь у дороги их и держим. Так. Что за хуйня снова у нас с оружием с тобой, а? Давай заряжай. Вот, сука, смотри, какой, а? Чуть не цапнул. Мудила. Ага, сзади держи в курсе.
На самом деле не очень кучно, потом все равно придется эти трупы, блядь, себе перетаскивать. Чтобы было сжигать удобней. Потому что они потом лежат, воняют, и мне эта хуйня не нужна здесь. Вот уже мухи жужжат. Сюда, сюда подходим. Как-то они очень резво идут. Сильно, видать, меня хотят. Блять. Начинают окружать уже. В целом, ладно, пока еще относительно безопасно, потому что есть куда отступать. Нехорошо. Да как, блядь, можно с дробовика упор промазать? Алло. Не хочу попадать. Забор их нельзя подводить. Чтобы не таскать потом долго. Давайте надо вот стараться на дороге, блядь. А-а-а! Копье мне он, смотри, один принес. Молодец какой, я как раз копье искал. Ну оттуда никто не заходит, заебись, все. Толпу давай. На. Отлично. Ой, как хорошо. Вообще кучно так легли все. Вообще же охуенно. Так, давайте сюда, к дороге все. Да что, блядь, за хуйня? Какие промахи-то, о чем? Вообще надо было какую-нибудь машину взять ненужную. На машине все это делать. Было бы гораздо безопаснее, проще. Ну ладно, уже. Уже поздно сейчас об этом думать. Сука. Так, давай вот вдоль забора сейчас туда сместимся, вот так. Обратно пойдем. Так, иди нахуй, слышишь, ты в сиреневой кофте, блин. Ебать, он их много сюда пригнал. Сука, я же взвел! Не взвел, ладно. Да, блядь. Ну, пока они очень хорошо ложатся. На самом деле можно вот так вдоль этой дороги идти. Долго так их убивать. Да, блядь. Взведи. Спасибо. Ай, хорошо. Ух, четверых. Нахуй. Ты нахуй. Опять не взял. Короче, когда я начинаю вот бежать, и до конца я был, типа, вот этот... Звук, короче, проигрывается раньше, чем оружие взводится, там после этого еще надо подождать прям так нормально. Если начать делать какое-то действие, типа на shift нажать или еще что-то, то он типа не взвел его.
Очень бредовая фигня. Там еще одно копье принесли. Или это тот же? Не могу понять. По-моему, того и вон там убивал, но может быть он встал. Если это все, то это изи на самом деле. Хотя как сказать? Патроны-то кончились. Ждите, суки, я вернусь. Фу, надо еще попить и покурить. Сейчас перекур небольшой. ЖК, ты здесь внутри охраняй. Сильный голод, кстати, можно и похавать что-нибудь. Сейчас пофиксим. Я стараюсь много не кушать. Почему несчастье 10? Они же свежие. Наверное, потому что консервы, ладно. Стараюсь выбирать пищу, у которой калорий меньше, и всегда держать, типа, голод. Чтобы сбросить лишний вес. Нет, нет, не надо мочить, подожди. Картечь хорошо уходит. Это и хорошо, и плохо. Потому что, сука, кончаться уже начинает. Ну и чё, вы меня там ждали, я иду. Надо сейчас только место найти, с какого бы вылезти так. Где их тут поменьше. Нормально будет. Блять, устал. Серьезно? А, тяжелый груз, поэтому, наверное, устал. Давайте, подходим. Так, ты зря их тут убиваю. Тут надо подальше. О, хорошо, пошла дробь. Уф. Это, сука, на. Тебе прикладом. Давай! На, блядь, бежать нахуй. Фух. Четверых, давай. Троих только. А, хорошо идет. Во, теперь четверых. Можно разворачиваться, идти обратно теперь. Ага. Эй, ты нахуй, чё стоите там? Давай, подходи. Близко. Ползет, ползет, смотри. Ну ты какой, а? Не сдается. Блять. Оказалось, еще один есть. Хорошо пошла. И это хорошо пошла. А это еще лучше пошла. А тебе прикладом ебану, сука. Охуенно. Троечка просто. Нахуй. О, вот это вообще кайф был. По-моему, они уже заканчиваются. Если зомби, не патроны. На, сука, ногой. Давай, подходи, блядь. Ты давай следующий.
Жать. Интересно, от того, что я прикладом бью оружие, оно типа сильнее сносится или нет? Ну, сильнее, чем стрелять. Оружие заклинило. Кстати, ее состояние... Ух ты. Состояние хуёвейшее, бля. Походу, прикладом бить не стоило. Прошлый дробовик намного... Он был... Этот дробовик был фуловый. То есть у него было фул хп, блядь, когда я его сюда, типа, брал. Патроны, кстати, почти закончились. И вот, вот за такую небольшую кучу он износился почти весь. Мне кажется, это из-за того, что я прикладом бил. Наверное, лучше так не делать. Сука, теперь это все сжигать придется. Ладно, дробовик убираем. Я думаю, еще пару одиночек возле забора броет. Сейчас надо обойти, посмотреть. Водички можно попить. Ну и одиночек уже с мачете аккуратно поразбирать. Это все позросло, конечно. Жарко стало. Ну давай. Сколько там? 14 градусов. В целом, ладно, пока бегаю, можно снять свитер. Дождик бы еще пошел, то этот забор все отмыл. Вот тут, сука, я себя поджег два раза. На вот этом самом месте. Пиздец. У меня он даже видно, он до сих пор ключей перебинтован, потому что зажог не заживает. Хотя, может, уже зажил, надо будет проверить. Так, давай, подходи сюда, рабочий. Ну, теперь тут два трупа, сука, их, наверное, оттаскивать тоже придется туда. На самом деле, даже нет, сейчас вот так сразу. Вот этого работягу. Каску в работягу. Тут два трупа, кстати, показывает, лол. Из этой травы, блядь, ну-ка. Один вижу, а где второй труп? Где второй труп? А, ну вот, прям на том же месте. Трава везде понаросла, нихуя теперь не видно. Сколько, кстати, труп весит? Если тащить 6, а так сам по себе, если не тащить. Накидать их в машину, машинами просто вывозить. Наебать этот крематорий, конечно, придется устраивать. Но пока, на самом деле, надо скорую туда этот внутрь завозить. Парковать. Очень клевая машина, на самом деле, не ожидал, что она такая резвая. Единственное, что вот на поворотах ее вот это вот. Возможно, там с шинами или с чем-то проблема. Ну, явно, наверное, с шинами проблема, раз одна разъебалась к лесу. Поэтому она так херово поворачивает. Я думаю, если бы она была полная, ну... Состояние было идеально, она бы вообще была бы улетнейшая. Надо посмотреть, у него багажник, по-моему, на 30 там, но... Мне кажется, что это он сломанный на 30, и, вероятно, его можно починить, он будет еще больше. Короче, хочу эту машину поднять, восстановить. Будет неплохая вещь. Ее можно будет, ну, снарядить чисто на длинные большие вылазки с ней делать. Типа, на ней очень много сидушек. Если вот багажник удастся починить, ну, если это возможно, то его починить будет вообще охуенно. И она, кстати, уже ехать не хочет совсем. У, сука, давай. Не поворачивает. Влево не может, не тянет. Там вот какая-то сука идет, блядь. Чего это пришла? И еще один. Рейнджер, да, наверное, зелененький. А, нет. А, рубашка полицейская, что она рейнджера. Ой, чё ж с этой скорой делать, а? Мне кажется, она по трупам ехать не хочет. До этого ж нормально ехала. Влево не поворачивает. Вправо идет, влево не идет. Давай! Сейчас, ладно. Есть теория. Вот здесь вот возле нее трупов нет. Нет, нету заднего колеса. Давай, ты справишься, давай! Угу. Ну, может вот так, задом сейчас? Блять. Она ни в какую не хочет. Во, вот так, давай. Давай, 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 давай. Есть, заехали. Все, она сдохла.
Она сдохла. Пачка патрон что-то тут валяется, когда ты ее обронил. Да давай же, едь. Хорошо, что она до сюда хотя бы доехала. Если бы я вот в том месте, где я ее забирал бы, вот так вот бы заглох, сдох, был бы пиздец. Да, блядь, такси не трогай. Не, она туда не едет, в принципе. Все. Парканулись, неужели? Ладно, надо эти ворота закрывать. Так, ну давай посмотрим. Зомби, блядь, стоит там. Посмотрим, что у нее по состоянию вообще. Все красное. Ебать, но она сюда доехала. Багажник 9%, вместимость 1,9 из 27. Хм, все-таки 27. Капоту пиздец. Его, наверное, просто менять надо будет. Да зачем надо будет менять? Но рецепты у меня есть промежуточные. Допустим, бардачок. Кстати, бардачок не починить, не поменять. Вместимость 1,4 из 8. Походу, все-таки, да. Ей надо будет потом... Короче, я починю, наверное, шину и сделаю. Домкрат, кристальный ключ, ну и непосредственно шина еще нужна. Запчасть, качественная шина. Надо будет вот найти, значит, еще одну шину. Поставить, просто ее перепарковать спиной, чтобы пользоваться ей как складом. И все. Поискать себе другую машину скорой помощи. Ну или еще какую другую, в принципе, вообще другую машину. Ладно. Еще у нас тут три мудака трутся. Сейчас решим быстро вопрос. Вы двое, ну-ка. А то, нахуй, больше никто не трется. Можно пойти попить и спать ложиться уже. Ну все, кстати, шину я смог поставить. Не качественную, а обычную. Тут тяжелые нужны. И в целом... А, и в целом, и чё? Подожди. Почему здесь... Охуенно я шину ставлю, ребят. Чё могу сказать? Видели, да? Сука. Она лежит, блядь, на земле. Что за хуйня? Жиустановка, ну, обычная, еще раз. И, блядь, как будто... Поставил, но не закрутил. Я хуй знает. Ну вот задняя левая, 100%. Ну-ка еще раз. Не, вроде ездит, все нормально. Давай вот так вот прокатимся по базе здесь. А, вон она опять лежит. Блин, она разваливается. Какого хуя? Походу, из меня хуёвый механик. Ой, блядь, 5 метров проехал. Шина на земле, блядь. Я ее реально не прикручиваю, сука. Ой, блядь, рекомендованный навык. 2 из 1. Ключ, домкрат, шина. Ну, типа, все есть, все заебись. Сука. Ой, блядь. Ладно, сейчас даже круг почета делать не буду на ней. Уже понятно, что она, блядь, отваливается. Просто бы припарковать ее сейчас вот так вот багажником. Аккуратно, надо не разгоняться. Да сука. Ой, блядь. Так, на месте. Давай, чуть-чуть, блядь, нам вот 5 метров эти осталось проехать. Пожалуйста, не подведи меня, не отваливайся. Ну, типа, возможно... Возможно, из-за того, что... Блядь, шина немножко другая. Хотя, как вариант, он же мне предлагает эту ставить. Он говорит, одна из трех. Но чтоб тяжело. Одна из трех тяжелых. Ой, до этого здесь, типа, стояли...
смысле, а как тут теперь проходить? Вот. До этого здесь типа стояли качественные шины. Ну, я так понял, это на всех таких машинах, типа скорая, полиция, там пожарные. Возможно, рейнджеры еще. У них типа стоят рили запчасти лучше, машины получше, чем обычные. Вот, а я поставил с обычного буса, типа обычная тяжелая. И вот такая вот хуйня, она через 5 метров, каждые 5 метров отваливается, собственно. Так, теперь здесь пройти можно? Можно. Вот, все, заебись. Так, кушать нет. Буду голодный пока. Худеть надо. Нужно покурить. И идти спать. Да, механик, конечно, из меня вообще охуенный. Ничего не скажешь.